Доброе утро! Давайте знакомиться. Этого прекрасного молодого парня зовут Рон, и он ищет новый дом. История Рона довольно банальна. Несколько недель назад его нашли одиноко бродящим вблизи столицы. Таким образом, он избежал горькой участи бродяжек и теперь ищет новый дом и любящего хозяина. Рону около 2 лет. Он привит и обработан от паразитов, приучен к выгулу на поводке и неприхотлив в еде. Наш Рон крайне добрая и дружелюбная собака. Судите сами. Мы знакомы с ним всего ничего. Это наша первая встреча, а проходит она довольно дружелюбно. Да, Ронни. Рон очень ласковый и добрый пес. Подойдет активным молодым людям, в том числе и с детьми. Найдет общий язык со всеми и даже с кошками. Присмотритесь к Рону. Своему хозяину он станет по-настоящему достойным и, конечно же, верным другом. Наш Рон очень активная собака. Сидеть подолгу в заперти не для него. Он отлично подойдет людям, любящим спорт и активный отдых на свежем воздухе. Рон, пойдем гулять. Как известно, преданней собаке нету существа. Давайте подарим Рону шанс на новый дом и любящего хозяина, которому он подарит всю свою любовь, ласку и, конечно же, преданность. Звоните по телефону, указанному на ваших экранах, и пусть каждое бездомное животное найдет свою дорогу домой.